Всем привет! Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Но как всегда, давайте обо всем по порядку. А перед тем, как начать, поддержите нас подпиской на канал, чтобы не пропустить другие ролики, которые выходят каждый день. Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внука певца нашли мертвым в своих апартаментах в городе Калабасас, штат Калифорния. Бенджамин Кио, сын Лизы Пресли, дочери Элвиса и музыканта Дэнни Кио, молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда. Однако о его жизни в целом известно мало. Ее сердце разбито, она безутешна и убита горем. Но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни, заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Виденовский. Сразу же хочется напомнить, что Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет. Однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового и мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он получал статуэтки премии Грэмми, а 18 песен Элвиса занимали первое место в чартах Билборд. А на этом все. Пишите свои мысли в комментарии, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими. Поддержите нас подпиской, поставьте этому ролику лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Берегите себя. Пока!